снимаю, развязывают шпагат, веревку, чтобы снять утепление. Какое? Это утепление. Это у меня был куст, прививка, зорница на талисман, привитая в штамм. Вот. Но так как она поздно, довольно поздно тронулась в рост, то был риск того, что лоза плохо вызреет. И для аккумуляции тепла на лозе я укрыл ее вот таким вот спанбондом. Сейчас снимаю для того, чтобы посмотреть, как же вызрела лоза на моей прививке. Да, немножко. Ну вот, лоза на прививке прекрасно вызрела. Сейчас мы посмотрим на нее. Ну, лоза на прививке прекрасно вызрела. Вот, во всяком случае, та ее длина, которая будет необходима для плодоношения. То есть, вот, прекрасно. Метра 4 лозы вызрело. И это не один побег. Вот один. И рядом вот еще один. Правда, размером диаметров миллиметров 15. Ну, прививка жировала. Чудесно. Будем ждать урожая в следующем году. Вот я убрал листья с прививки, обрезал пасынки. Вот как она выглядит. Зорница на талисман. Штамп привитый. Привитый, кстати, осенью. Итак, это уже не первый куст. У меня очень хорошо получаются прививки осенние.